Период творческой зрелости мастера начинается с 1505 года, прерванный вскоре его смертельной болезнью. Пейзаж «Закат» создан в Джорджоне после 1506 года. За это короткое пятилетие были созданы основные его шедевры – «Юдив», «Гроза», «Спящая Венера», «Концерт» и большинство немногочисленных портретов. Именно в этих произведениях раскрывается характерное для великих мастеров венецианской школы овладение специфическими живописными и образно выразительными возможностями масляной живописи. Действительно, характерной чертой венецианской школы является преимущественное развитие масляной и слабое развитие фресковой живописи. Фреска во влажном венецианском климате очень рано обнаружила свою нестойкость. Так выполненные Джорджони при участии молодого Тициана фрески немецкого подворья оказались почти целиком разрушенными. Сохранилось лишь несколько полувыцветших, попорченных сыростью фрагментов. Среди них полная почти проксителевского очарования, выполненная Джорджони фигура ногой женщины. Поэтому место стенной живописи в собственном смысле этого слова заняло настенное панно на холсте, рассчитанное на определенное помещение и выполняемое в технике масляной живописи. Масляная живопись получила особенно широкое и богатое развитие в Венеции не только потому, что это была самая удобная для замены фрески живописная техника, но и потому, что стремление к передаче образа человека, в тесной связи с окружающей его природной средой, интерес к реалистическому воплощению тонального и колористического богатства зримого мира можно было раскрывать с особой полнотой и гибкостью именно в технике масляной живописи. В этом отношении драгоценная своей большой цветосилой, ясно сияющей звучностью, но более декоративная по характеру темперная живопись на досках для станковых композиций должна была неизбежно уступить место маслу, более гибко передающему светоцветовые и пространственные оттенки пейзажа, более мягко и звучно лепящему форму человеческого тела. Для Джорджони, сравнительно мало работавшего в области больших монументальных композиций, эти возможности, заложенные в масляной живописи, были особенно ценны.